Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на праздник московского автобуса. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Друзья, посмотрите, какие красивые ретро автомобили здесь стоят. Он сейчас уйдет, а ты здесь будешь еще долго. Какие дальше прикольные. Кругом дети. Такая веселая атмосфера. Такой вот очень интересный автомобиль. Вау, это вообще маленькая такая маленькая машинка. И там, кстати, вот ребенок сидит в ней. Офигеть, как же на ней ездили. Прикольно. Так, пойдемте дальше. Здесь уже какая-то военная. Тоже ребенок там сидит за рулем. Тут взрослые сидят. Москвич. Зеленый москвич. Прикольно. Офигеть. Они же еще ездят. Вау. Какая шикарная машина. Радиатор еще такой, да? Так, это вообще черное. Зим написано. Люди фотографируются, такие радостные, позитивные. Летающего шарика. Собственно, это, друзья, машины. Активности, это Ford. И раскрашивание картонных автобусов и фанерных. Они же деревянные. Будет работать аквагрим. Так, друзья. Шарики, значки. Проходим дальше. Написано, машину руками не трогать. Так, пойдемте дальше. Так, здесь, друзья, люди фотографируются. Мы проходим мимо, мешать им не будем. Очень много людей, как обычно, подобных праздниках. Не пройти. Просто не пройти. Там какая-то вот информация о машине. Так, пойдемте дальше. Это УАЗик. Здесь тоже фотографируется. Это уже прикол. Кто позвонит? Следующая машина. Раритетная москвич. Так, пойдемте дальше. Там-там-пам-пам. Это Запорожец. Офигеть, такой тип. Ой. Не вписался. Там мотоцикл. Фотографирует ребенок, там сидит. Так, пойдемте дальше, друзья. А этот мотоцикл с люлькой. Вот видите, целый ряд стоит машин раритетных.
это прикольно вообще. Друзья, смотрите, едут. Вау, как шикарно. Проезжая часть, отойдите с проезжей части. Вау, как прикольно, друзья. Вау, вообще. Это же автобусы поехали, друзья. Вау, такие все радостные. Что, все, приехали? Нет, дальше еду. Сейчас такая пробочка небольшая. Поехали дальше. Пойду сам пройдусь. Они такие медлительные. Они встали, все стоят и стоят. Так, ну это уже современный автобус. Ой, хочешь такие? Экскурсионный автобус. Друзья, вот, пожалуйста. Автобус ЗИС. И телеканал Москва 24 ведет свое вещание. Вот. Так, пойдем
идемте дальше, друзья. Автобус АКЗ-1. Конечно, секундочку, подождите, там мальчик. Такой вот красивый. Автобус КАВЗ-663. Успевать, блин, надо. Здесь 154-й. Вот так. Здесь 155-й. Автобус ЛиАЗ, друзья. Это тоже, друзья, автобус ЛиАЗ. Мне так не хватает, мне так мерз. Я помню. И это тоже автобус ЛиАЗ. Автобус ЛиАЗ. А это, друзья, уже икарусы пошли. Автобус икарус, друзья. Гармошка. Длинный-длинный такой автобус. Это ЛАЗ. Автобус ЛАЗ называется. А можно с вами сфотографироваться? Никита. И дядя нам тоже, можно? Да. И дядя тоже. Мы всех берем. Так, сейчас. Друзья, видео подошло к концу. Заснял все, что мог. Съемка была очень тяжелая. Просто нереально сделать нормальный кадр. Людей очень много, очень много. Все лезут, все хотят сфотографировать, все хотят сделать видео. Вот, поэтому не судите строго. Если понравилось, поставьте лайки, прокомментируйте, мне очень будет приятно. Вот, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.